Эмоции, конечно, завышенные, потому что очень приятно было играть еще сегодня. Игра была, конечно, напряженная, много моментов создавали, но мы видим, как много голов от этого. Поэтому, думаю, болельщикам понравилась сегодняшняя игра. Особой подготовки не было, как бы контрольный матч все-таки. Ну, тоже тренер, в принципе, нас настраивал, но прям готовились, не готовились, как к обычной игре, так же. Тренер похвалил, сказал, что чего он ожидал, того и сделали.